А сейчас информация от информационного портала «Панорама ПРО», входящего в наш медиахолдинг. Как известно, зима, по мнению водителей, самое сложное время года, потому что никогда не знаешь, какой неприятный сюрприз может готовить то заснеженная, то раскисшая дорога. В четверг в одной из таких ситуаций попала жительница Тверской области Ирина, направляясь в Кимры, оказалась в кювете. Однако проезжие мимо водителя не бросили девушку в беде, и общими усилиями машину все-таки удалось вытащить. Подробнее об этом читайте на сайте Panorama.pro. И, конечно, будьте внимательны на дороге, помните о правилах дорожного движения.